А вот это мои безрассадные помидорки. Каждый сезон хотя бы одну грядочку я таких помидорок выращиваю. Как я уже упоминал, сорт я использую проверенный, толстый джек. В этом сезоне сеял я помидоры сухими семенами в конце апреля еще. Погода в то время резко потеплела, температура поднялась аж до 28 градусов. И вот я решил их посеять. Но однако, после этого, как часто бывает в нашей местности, погода изменилась очень и очень сильно. Похолодало, минус 7 было ночью и даже, по-моему, ниже. Это я только заметил, минус 7. И вот помидорки, вот эти безрассадные, они всходить никак не торопились. И вот прошло 2 недели. Сейчас уже идет 2-я декада мая. И вот они только-только взошли. Сеял я эти помидорки в 2 рядка. И вот обои рядки довольно неплохо показали первые всходы. Поскольку я сеял загущенно, семена у меня свои, я их не экономил, то и всходы появились довольно загущенные. Хотя при таком способе выращивания, безрассадным способом, схожесть похуже. Они всходили очень долго и взошли не все. Но загущенный посев это все очень хорошо компенсировал. И проблем со всхожестью нет. Еще даже придется провеживать. Но это не беда. Первым делом я их прорежу на 1 сантиметрик друг от дружки. Дам им еще немножечко подрасти. Потом прорежу сантиметров на 10, ну а потом сантиметров на 30 окончательно. И они так уже будут расти и плодоносить вот на этом самом месте. Потом уже, когда рассада окрепнет, ее можно даже часть не просто прореживать, а часть просто отсадить куда-нибудь в другое место. И вот, несмотря на то, что, конечно, эти помидоры, ну, смешно сказать, очень сильно отличаются, ну, я бы сказал, очень-очень сильно отличаются от рассадных. Они совсем-совсем еще маленькие. Но, тем не менее, за счет закалки они, как правило, растут хорошо. Самое главное, меньше болеют намного. И успевают даже в нашей местности, Сибирь-Барнаул, дать урожай. Но только, конечно, они урожай дают попозже, недели на 2. Но это не беда, даже если и на 3 дадут. Просто я сейчас вот укрывное использую от заморозков. И осенью тоже могу их прикрыть. Дам им еще поплодоносить подольше. Это даже удобно, потому что рассадные помидоры уже начинают отходить в эту пору плодоношения. А эти еще вовсю плодоносят. И свежие помидорки. Они очень даже к месту в ту пору. Ну, как бы то ни было, безрассадные помидоры у меня взошли. Потому что все равно, как ни крути, когда полмесяца прошло, всходов нету, все равно какие-то подозрения закрадываются. А вдруг что-нибудь в этом сезоне будет не так, и они не взойдут. Но нет, взошли более или менее нормально. Ну, теперь, надеюсь, они будут расти и дальше хорошо, и порадуют хорошим урожаем.